Три, два, один, поехали! Первая табличка, которая появляется у нас здесь, это баран. И бегом, бегом, бегом обратно. Вау! Зачем вы его так ругаете? Да. Лучшие! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Серик Акишев, это викторина «Бегом за деньгами», и мы начинаем. И, как всегда, начинаем со знакомства. Но прежде чем познакомиться, давайте пожелаем успехов нашим игрокам. Они молодцы, самые классные, самые быстрые, самые умные, самые красивые, лучшие! Дорогие игроки, а вы знаете, что такое вообще викторина? Викторина – это от слова «виктория». То есть победа, поэтому победа в нашей игре очень важна. Ну, там, я не знаю, вспоминаются замечательные телевикторины «Что, где, когда», «Брейн Ринг», «Классная игра», «Кто хочет стать миллионером», не знаю, «Лидер 21 века» на Хабаре. Все это викторина, а вот теперь «Бегом за деньгами». Это викторина, где нужно не только шевелить мозгами, но и шевелить ногами. Пришла пора познакомиться поближе. Итак, за синим столом сегодня играет замечательная команда друзей, коллег, товарищей, самых настоящих. Аскарбек Казангап, ведущий, журналист, наш коллега. Давайте поприветствуем Аскарбека. Аскарбек сегодня представляет и Алматы, и прекрасный Ултау. Мы земляки, ура! Но из-за этого специальных подсказок не будет, не ждите. И ваш коллега, продюсер Аблайхан Палмагамбетов. Аплодисменты Аблайхану. Аблай сегодня играет за Кызылорду. Большой привет на родину. Супер. Так, ваши соперники сегодня за красным столом. Это Зухра Кинбаева, замечательный учитель, преподаватель. Давайте ей поаплодируем. Зухра сегодня представляет Кызылорду и Алматы. Кто еще за вас болеет? За меня болеют город Кызылорда, Алматы, Жезказган и Караганда. Вау! И да, ваш зять, он еще экономист, Серик Махамбетов. Сике, приветствую вас, спасибо, что вы с нами. Сике сегодня и за Аркалык играет, и за многие другие прекрасные города. Итак, мы начинаем. Правила первых четырех раундов телевикторины «Бегом за деньгами». На правом табло обозначены 6 слов или понятий, имеющих отношение к выбранной категории. На левом табло поочередно открываются 4 таблички, каждая из которых соответствует только одному слову справа. За определенное таймером время участники должны корректно поставить таблички на правом табло. За правильный ответ игроки получают по 10 баллов. По итогам 4 раундов в финальный забег проходит команда, набравшая большее количество баллов. Их ожидает увлекательный финал, где они могут выиграть денежный приз в размере 120 тысяч тенге. Здесь у меня в руках находится счастливая монета, которая определит, какая команда первой будет выбирать категорию и первой бежать. Это порой очень важно. И это команда синих. Аскарбек Аблайхан, у вас на выбор домашние животные или предметы гигиены? Так, гигиена, ма? Давайте гигиену. Гигиена. Давайте гигиену, предмет, хорошо. Гигиена. Вам они оставили таким образом домашних животных. Аскарбек Аблайхан, проходите к стартовой кнопке. Ну что ж, это в старые патриархальные времена. Мы, мужчины, ничего не знали об уборке, а сейчас ситуация несколько поменялась. Так что я думаю, вы более-менее справитесь. Итак, с правой стороны появляются щетка, постельное белье, фартук, расческа, мыло, швабра. Слева, собственно, то, в каком процессе они участвуют. Одно с другим нужно совместить. Не забывайте о времени и о финишной черте. Раз, два, три, поехали! Первая табличка, которая появляется на табло, это уборка. В уборке, конечно, многое используется, но все-таки в первую очередь. Так, можно сказать, даже влажная уборка, по всей видимости, укладка волос. Так, 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 это легко, просто надо быстрее, 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 облай, облай, время, ставь куда-нибудь, потом разберемся. Так, он немножко растерялся. Я уверен, что Аскарбек может внести корректировку, хотя он сам тоже что-то зависит. Так, время!
Кто-то расстреляет. Вставайте, красные кнопки. Это не наша категория. Есть такая поговорка, называется «сапожник без сапог». Когда к нам приходят наши коллеги из медиа мира, а соперники, которые не из медиа мира, они-то думают, что вы камеры, свет, мотор, софиты, вы к этому делу привыкшие. Камера сверлит. Но нет, оказывается. Итак, 10 баллов за скорость вы не взяли. Укладка волос, постельное белье нет, готовка еды, фартук, да, уборка и швабра, верно, молодцы. Давайте сюда. Конечно же, 20 баллов это неплохо, но могло, вообще-то, должно было быть 50. Да. Все, к следующему раунду подсоберитесь. Да. И Зухра и Серик проходят к стартовой кнопке. Сейчас мы попросим их еще раз сделать этот ритуал перед стартом. Раз. Все, хорошо. Раунд о домашних животных для Зухры и Серика. И с правой стороны то, какие звуки издают домашние животные. Лает, мяучит, блеет, ржет, крякает и хрюкает. И слева, собственно, эти домашние животные. 3, 2, 1, поехали! Первая табличка, которая появляется у нас здесь, это баран. Куда его отправит Зухра, конечно. Замечательно, очень интересно. Кошка! И так, дальше что у нас? Дальше что у нас? Утка! Ага, и так, и последняя табличка. Хрюшка! Отправляется... И обратно. Все, да? Давайте. И только сейчас звучит финальная сирена. Прекрасный результат по времени. Прекрасная разминка у вас получилась. Серик и Зухра, вы молодцы. И вы заработали 10 баллов за скорость и правильные ответы. Кошка мяучит, баран блеет, утка крякает, свинья хрюкает. Молодцы, отлично. 50 у вас в активе. Проходите к себе и... Аскарбек и Аблайхан, конечно же, обязательно подсоберутся к следующему раунду, и у них все будет хорошо. Не могу не рассказать о нашем замечательном шоу на территории стран СНГ, в республике Казахстан и вообще в регионе Евразия. Мы являемся первыми, кто вместе с агентством Хабар реализовал этот замечательный формат английской компании Kiss Media. При этом мы это делаем в такой достаточно свежей, интересной форме и на подходе варианты этого шоу в других странах, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Соединенных Штатах Америки. Были уже некоторые попытки реализации в Индонезии и Великобритании, но... Вы знаете, гордость буквально берет за то, что мы здесь, в Казахстане, вместе с английскими коллегами создаем замечательный, интеллектуальный, классный, развлекательный продукт. И мы очень надеемся, что он нравится вам, уважаемые игроки и дорогие зрители. Самые лучшие игроки нашей викторины показывают классные результаты, хорошее настроение. И мы переходим во второй раунд. Прежде чем мы начнем второй раунд, давайте пообщаемся немножко с нашими игроками, с командой, которая играет за синим столом. Мы знаем, что Аскарбек Аблайхан, помимо, собственно, классических медиапроектов, сейчас вы готовите очень интересный проект в диджитале. Это социальное ток-шоу, правильно? Это специально для Ютуба. И о чем там пойдет речь? Да. Я так понимаю, это какой-то такой уникальный проект в плане того, что вы впервые делаете это в таком формате. Немножко подробно. Да, Серик, вот согласен, вот. Мы вот долго вот раздумывали насчет этого проекта, потому что у нас сейчас много ток-шоу на телевидении. Да. Но мы сами знаем, там иногда вот там хронометраж, иногда то есть свои-то какие-то там критерии. Да. И насчет тем тоже можно сказать. А такого социального, независимого ток-шоу до этого в YouTube-контенте в казахской медиа не было. И мы вот на прошлой неделе первую запись сделали. У нас тематика чисто социально острые темы. Насчет постели мы не трогаем тему. Не ради хайпа, а ради народа, можно сказать. Хорошо, спасибо большое. Обязательно посмотрим. И ваши соперники, Зухра Кимбаева, Серик Махамбетов, как промежуточные лидеры, выбирают категорию. Итак, у вас на выбор музыкальные жанры или характеристики человека. Музыка или человек? Характеристика или жанр. Бербер, я оба могу. Музыкальные жанры выбирает эта команда. Вам оставляют таким образом характеристики человека. Под аплодисменты нашей студии Зухра и Серик проходят к стартовой кнопке. Удачи, действительно. Как настроение?
Отличная. После такого-то раунда, конечно. Готовы ко второму забегу? Готовы. Прекрасно. Не могу не спросить о ваших предпочтениях в музыке. Сике, что вы любите слушать и почему? Да, люблю больше электронную музыку. Так. В машине на скорости. В работе так хорошо, без слов, не отвлекает и ускоряет. Ну, как экономист, я понимаю, у вас работа с цифрами, да, и в этом смысле это полегче, правильно? Да. Очень интересно, хорошо. Зухра, а вы? Я вообще меломан, мне нравятся и народные песни, и классические, и современные. Так как я работаю в школе с молодежью, слушаю иногда песни, которые любят мои дети, школьники. Ой, какие молодцы! Ну вы просто на 300% подготовлены к этому раунду, потому что он о разных музыкальных жанрах. Их особенности появляются с правой стороны на экране. Импровизация, речитатив, коллективное пение, шоу, городской романс, народная музыка. Ну это такие вот основополагающие факторы в том или ином жанре. И слева эти самые музыкальные жанры будут появляться. 3, 2, готовы? 1, поехали! И первая табличка, которая появляется на табло, это хор. Это, по-моему, достаточно легко. Так, что будет дальше? Шансон. Так, еще пара табличек. Прекрасный результат по времени. Рэп. Так, и еще один жанр. Это джаз. И куда у нас его отправить? Терик, Терик, думайте, 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 думайте. И бегом обратно. Нельзя подсказывать, он должен сам принимать решение. И... К сожалению, до... Импровизация мне не своя. Я вообще не знаю, джаз. Джаз. Джаз, диген, не... Шоу? Джаз — это городской, наверное, да? Хор, коллективное пение. Шансон, диген, мысол. Подождите, пусть они сами пообщаются сейчас, да. Так. Все, считаем баллы. Во-первых, к сожалению, 10 баллов за скорость вы не взяли, потому что... Фотофиниш. Вот буквально миллиметра не хватило для того, чтобы, пересечь черту. Ну, а теперь правильные ответы. Джаз и импровизация. Это ответ правильный. Молодец, Серик. В джазе все-таки ключевой вопрос – это импровизация. В хип-хопе, рэпе, конечно же, речитативы, в хоре коллективное пение, шансон да городской романс. Отлично! Зачем вы его так ругаете? За скорость. 10 баллов тоже. Еще лучше. 10 баллов. Отлично, отлично. Отличный забег был у команды красных. Ну, вы знаете, вот я бы здесь хотел добавить про меломанов. Это ведь не человек, который, это точнее страстный такой любитель музыки, который не делит ее на хорошую или плохую, а является такой, вы знаете, фигурой всеядной в некотором смысле. То есть действительно разбирается там от классики до хип-хопа. Я могу сказать, что наши участники просто молодцы, самые настоящие меломаны. Проходите к себе. Вы заработали в этом раунде 40 баллов. У вас сейчас уже 90. Аскарбеку и Аблайхану надо подсобраться и показать классный результат. Конечно. Пожалуйста, проходите сюда. Надеюсь, все впереди. Мы тоже на это надеемся. Да. Вам нужно в этом раунде заработать, ну, хотя бы 50, чтобы максимально сократить разрыв. Да. Мы желаем вам успешного забега. Спасибо. Вопрос у вас очень интересный. Итак, с правой стороны, давайте сразу посмотрим, появляются, скажем так, характеристики человека. Фаталист, интроверт, абстракционист, ну, можно и так сказать кое о ком, прагматик, пессимист, реформатор. А слева их антонимы, то есть слова с противоположным значением. У них тоже интересные названия, и вот такие пары вы должны собрать. Итак, 3, 2, 1, поехали! И кто у нас первым появляется на табло? Это консерватор. Консерватор противник кого? Идем дальше. Следующая табличка – это экстраверт. Ага, экстраверт у нас противник кого? И идем дальше. Следующее слово – и романтик. А романтик обычно... И последнее слово – оптимист. Так, оптимист против кого? И бегом, бегом, бегом. Вау!
Аблай, я бы сказал так. Вы оба красавчики в этом раунде. Молодцы. Прекрасный результат. Спасибо. Здравствуйте. Да, романтик, прагматик. Оптимистический. Не знаю. Хотя бы 3. Консерватор, реформатор. Да, правильно. Итак, 10 баллов за скорость и правильные ответы. Как сказал Аблайхан, экстраверт, интроверт. Да, романтик, прагматик. Да, оптимист, пессимист. Да, консерватор, реформатор. Да. Вы знаете, сейчас захотелось мне поговорить об оптимизме, потому что, ну, оптимист — это человек, который верит в хороший исход, и, соответственно, вспоминается притча о стакане, который наполовину пуст или наполовину полон. Как ты к нему относишься? Хотя по факту вроде бы как одно и то же. Но мне кажется, наши участники настоящие оптимисты, и давайте им поаплодируем, они просто молодцы. Кто у нас продюсер, а кто журналист, расскажите мне в проекте. Он сразу все вопросы, да, закрывает? Отлично, прекрасно. Слушайте, ну, я вас прям хочу поблагодарить, потому что вы сейчас внесли очень важную интригу в шоу. Догнали практически Зухру и Серика. Они вам буквально дышат в спину, поэтому нужно подсобраться перед третьим раундом. Отлично, не менее интересный второй раунд. И впереди третий, где будет еще жарче. Будьте с нами, не переключайтесь. Прекрасный результат в предыдущем раунде показала команда синих. Молодцы, давайте им еще раз поаплодируем. И немножко поговорим с вашими соперниками. Зухра Кимбаева, Серик Махамбетов. Зухра, вы преподаватель казахского языка. Аплодисменты, огромное спасибо за вашу работу. Как вы думаете, за годы работы вот... несколько таких поэтических эпитетов на русском языке о казахском. Какой он? Казахский. Можно я начну первое? Ага. Он очень поэтический. Поэтический. Это богатый язык. Да. Ни в одной стране, ни в одном народе нету в казахском языке больше слов, чем в казахском языке. Это самый богатый язык, что даже когда его переводят, иногда вот одно, например, слово... красивый, как, можно подобрать несколько синонимов, да. А в русском языке красивый, симпатичный, так. В казахском языке адема, сулу, куркем, сымбат и так далее, и так далее. Прекрасно, замечательно. Давайте еще парочку замечательных эпитетов по нашему языке. Ага. Прагматический, мне кажется, очень в хорошем смысле, да, такой практический язык. Согласны? Ну, потому что, например, я не знаю, есть ряд моментов, далеко не в каждом языке есть обозначение, например, степеней родства по каждому буквально маленькому пункту. Ага. Ну, например, в русском языке лошадь мы говорим, да, а в казахском языке кунан, байг, кунан, дюнен, деп, кетивере, дуарарай, сонсияхты. То есть... каждый год, то есть, например, лошади дается какое-то отдельное, да, название. Хорошо, замечательно, прекрасно. Серик, вы экономист в крупной FMCG-компании. Мы уже поговорили о том, как электронная музыка помогает вам в работе. А есть ли у вас какие-то интересные увлечения? Интересные увлечения? Компьютеры люблю. Ого! Программирование, таблицы. Замечательно, прекрасно. Программирование — это хобби или это в том числе часть пока работы? Хобби. Пока хобби. Да. Замечательно. Ну тогда, может быть, поделитесь, какие цели вы собой, перед собой ставите в области программирования? Ну, мне с детства всегда нравилось то, что вот, что-то, какой-то массив загрузить, задачи дать компьютеру, и он сам решает, и ты сидишь, смотришь, как все это, как в фильмах происходит. Прекрасно, замечательно. Мы желаем вам успехов. Вы действительно на острие, что называется, прогресса. И команда Зухры и Серика, как наши промежуточные лидеры, выбирают категорию. И у вас на выбор виды стейков или спортивные единоборства. Единоборство, да. Единоборство, наверное, лучше. Единоборство? Ага, вам они таким образом оставили стейки. Стейки мы не любим. Зухра и Серик проходят к стартовой кнопке под аплодисменты нашей студии. Зухра, Серик,
То есть со стейками нет, а со спортивными единоборствами да. Почему? Хорошо разбираетесь? Сике, наверное, это к вам вопрос больше. Ну, я больше по телевизору смотрел, наверное, единоборства спортивные, чем про стейки. Хорошо, давайте таким образом перейдем к вашему вопросу. С правой стороны появляются страны, ну, скажем так, родоначальники того или иного вида спорта. Филиппины, Китай, Южная Корея, Япония, Бразилия и Советский Союз. Так, вы готовы? Япония, карате. Наброски делает Серик, это очень интересно. И правильно, что Зухра будет первой бежать, если что, вы за ней можете внести корректировки. Напомню, это можно делать только руками, но не словами. 3, 2, 1, поехали! И какое единоборство появляется первым на табло? Тэквондо. Так, тэквондо, куда отправит у нас Зухра? Идем дальше. Дзюдо. Так, дзюдо. Дальше, следующая табличка. Джиу-джитсу, джиу-джитсу, джиу-джитсу. Хороший вопрос, куда джиу-джитсу? И последняя табличка, кунг-фу. Так, 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 и... Молодцы. У меня время, я лучше делаю. Тэквондо разве Корея? Я быстрее по времени пробегусь, наверное, чем исправлять. Разве Япония дзюдо? Дзюдо, да. Очень правильное решение, действительно, работать на гарантированные 10 баллов точно. И вы их заработали, молодцы, отлично. А теперь правильные ответы. Джиу-джитсу и Филиппины, к сожалению, нет. Кунг-фу и Китай, конечно, да. Тхэквондо, Южная Корея, дзюдо, Япония. Молодцы. Бразилия, джиу-джитсу. Бразилия, джиу-джитсу, совершенно верно. Сейчас внесем эту корректировку. Вот теперь все на месте. Давайте поаплодируем этой команде, они большие молодцы, очень старались. И в непростом раунде заработали еще 40 баллов, итоговый счет у вас 130. Проходите, пожалуйста, к себе. Действительно супер. И ваши соперники сейчас будут разбираться со стейками. Пожалуйста, красные кнопки. Вопрос номер один, очень простой. Вы любите стейки? Ну, я люблю мясо вообще. Да, ну нет, если но говорить стейк, именно о стейках, да, вот как, это же отдельная такая категория, да, мясных блюд. Тибай. Так, хорошо. Тибай и рибон, да? Да. Знаем только. Medium well. Ага, ну в принципе уже неплохо. Аскарбек Аблайхан, для вас очень интересный вопрос о видах стейков. И с правой стороны, собственно, эти виды появляются. Это blue rare, medium, medium well и well done. Вопрос, прежде чем перейдем к самому вопросу. У вас есть вот здесь любимая степень прожарки? Medium well. Medium well, хорошо. Ну, это такой казахский вариант, да. Я бы сказал. Мы не любим с кровью, нам по зажаристи, но чтобы было немножко сочно. И вопрос именно об этом. С левой стороны будут появляться температуры прожарки того или иного вида стейка по Цельсию. Итак, 3, 2, 1, давай. Поехали! И первым у нас на табло появляется 65 градусов. Интересно, что делают на 65 градусов. Так, ребята договорились сделать наугад на интуицию. Так, 50. Ну, хотя бы какая-то логика, мне кажется, тоже все-таки должна быть, хотя бы немножечко. И последняя табличка – это... Давай. Возвращайтесь сюда. Ребята, а вам не кажется, что на самом деле вопрос был легкий в плане того, что если вы так или иначе связывались со стейками, то посмотрите еще раз на правую сторону, степень прожарки. Мы, собственно, только что это обсудили перед забегом, да, с вами, Аскарбек. Сначала совсем с кровью, так сказать, и дальше все более зажаристый. Да. У нас что-то у себя там температура поднялась. А, да? Хорошо. Итак, давайте с правильных ответов. Ре, 45 градусов. Молодцы, браво. А дальше неверно, к сожалению. Медиум, правильно, молодцы. И медиум well, соответственно, неправильно. Итак...
Слушайте, их интуиция просто фантастическая. Если бы вот эти две таблички вы поменяли просто местами, было бы вообще шикарно. Да. Аплодисменты этой команде. Тем не менее, в очень сложном раунде они заработали. 10 за скорость, 20 за правильный ответ. И давайте им поаплодируем. Итого 30. Возвращайтесь к себе. Очень важный решающий раунд впереди, по итогам которого мы определим, какая из этих замечательных команд пройдет финальный забег. Давайте им пожелаем успехов! Мы добрались до важнейшего раунда нашей викторины, после которого мы узнаем, какая команда пройдет финальный забег и поборется за наш денежный приз. Напомню, сегодня с нами играет Асарбек Казанбах, ведущий, журналист, наш коллега, поаплодируем ему. И его же коллега Аблайхан Толмагамбетов, продюсер медиа-контента, аплодисменты этой команде. Напомню, ребята сегодня представляют и Улытау, и Кызылорду, и Алмату. Ваши соперники сегодня – прекрасный учитель казахского языка Зухра Кимбаева и ее зять, экономист Серик Махамбетов. Они сегодня представляют и Кызылорду, и Алматы, и Аркалык. Аплодисменты нашим участникам. Вы знаете, с одной стороны, как бы кажется, что у Зухры и Серика все вообще супер классно, им волноваться не о чем. С другой стороны, это не означает, что надо быть на, так сказать, на расслабоне. Да, надо быть максимально собранными. Итак, вы выбираете категорию Зухра и Серик как наши лидеры. И это виды рукоделия или достопримечательности. Что будем выбирать? Достопримечательность или рукоделие? Достопримечательность, рукоделие вообще сейчас. Хорошо. Достопримечательности. Достопримечательности выбрала эта команда. Мужчинам они подсунули буквально виды рукоделия в надежде на вашу интуицию. И по нашим правилам, четвертый раунд начинает та команда, у которой меньше баллов. И это Аскарбек и Аблайхан. Они проходят к стартовой кнопке. Давайте их поддержим. О, ребят, очень важный забег. Может, ему массаж какой-то спортивный перед началом, да? Понимаю ваше желание, вашу тактику использовать неплохо сработавший в предыдущем раунде вариант. Насколько, ну, чуть-чуть еще можно пытаться хотя бы миллисекунду думать. Тогда вообще мог бы быть суперрезультат. Итак, давайте, что за виды рукоделия у вас? С правой стороны появляются материалы, которые используются в том или ином виде рукоделия. Ткань, фотография, бумага, стекло, металл и фрукты. Даже такое бывает. А слева вот эти виды декоративно-прикладного искусства. 3, 2, 1, поехали! И первое слово, надеюсь, оно вас не напугает. Карвинг. О чем идет речь, мы не знаем. Но ставьте куда-нибудь по настроению. Идем дальше. Следующая табличка. Витраж. Так, вот здесь можно подумать. Идем дальше. Следующая табличка. Декупаж. Ой-бай. И я здесь понимаю реакцию Аблайхана. И последняя табличка. Должны успеть заработать 10 баллов. Очень важны для вас 10 баллов. Куда, куда, куда? Быстрее, быстрее, быстрее. Бегом. Прыжок. Ой, ну ты что? Да, не считается, да? Ну вот же, ты же был же здесь же. А финальная сирена должна прозвучать вот здесь. Аплодисменты команде Аскарбека и Аблайхана. А теперь правильные ответы. Давайте посмотрим. Карвинг и фотография. Нет. Батик, бумага. Нет. Витраж и стекло. Да. Декупаж и металл. Нет. А теперь буду расставлять. Кто мне поможет? Батик – это ткань. Батик – это ткань. Так. Так. Карвинг. Карвинг – это, наверное, представляете, фрукты. Это фрукты. И декупаж – это фотография. Это именно бумага. Но, тем не менее, 10 баллов заработала эта команда в очень сложном четвертом раунде. Они очень старались. Давайте их за это поблагодарим. А сейчас на очень важный суперрезультат, который может вас вывести в ранг... У нас есть такой клуб суперигроков, который набирает 180, 190, 200 баллов. Это потенциально вы. Дорогие Зухра и Серик, проходите, пожалуйста, к стартовой кнопке. Вас ожидает вопрос о достопримечательностях. Какие хотите достопримечательности? Мировые или наши?
Ну, в принципе, по Казахстану тоже можно. По Казахстану, ну что же. Заказывали, получите. Повезло вам. Действительно, вопрос о достопримечательностях Казахстана. Итак, с правой стороны появляются области: Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Акмолинская, Карагандинская и Кызылординская. А слева различные достопримечательности, в том числе природные, которые находятся в том или ином регионе Казахстана. Готовы? 3, 2, 1, поехали! И первое, что у нас появляется, городище Сауран, куда его отправит Зухра. Так, идем дальше. Следующая табличка, там Галатас. Так, дальше, следующая табличка, памятник Корхотата. Ага, и последняя табличка, это Каркаралинский природный парк. Где он находится, где он находится, и... Да, она решила все-таки внести корректировку. Успела! Ну ладно. Проходите, пожалуйста, кнопки. Давайте отдельно поаплодируем Зухре Кенбаевой. Мне кажется, сейчас у нее сработало такое учительское. Надо, чтобы все было правильно. 10 баллов за скорость вы не взяли, а теперь правильные ответы. Городище Сауран, конечно же, в Туркестанской области. Отлично. Ой, вот там Алматы, деген Алматы, ой, Алматы. Конечно, да. Очень интересно. Каркаралинский природный парк в Карагандинской области и памятник Корхотата в Кызылординской. Молодцы. Ну давайте вот сейчас внесем. Там Алматас, это Алматинская область. Видимо, что-то мы не заметили. Да. Очень важная ремарка для наших зрителей, которые смотрят программу сейчас. Это не так просто, как вам кажется сейчас на экране. Это прям очень сложная задача. Я считаю, что эта команда с ней с честью справилась. Ну, давайте еще парочку памятников добавим. В ВКО, ну, вспоминается, например, Маркокольский заповедник шикарный. Ну, а в Акмолинской области множество всего. Ну, я не знаю, пещера Кенесары, например, да, тоже очень интересное место. Обязательно его надо посетить. Ну что ж, после такого интересного вопроса не могу не добавить о легендарном Корхотата Кызылорда, да, был вопрос. Создатель ОБСа, Ахын, сказитель. Ну, вот просто такой, вы знаете, такая эпическая фигура нашего казахского искусства. Итак, аплодисменты команде Зухра и Серика. Они молодцы! Проходите к нам сюда. Практически приблизились вплотную к суперигрокам, но ничего, вы были к этому близки, молодцы, и тем не менее вы заработали право выхода в финальный забег. Отдельные аплодисменты. Аскарбек Казангап, Аблайхан Палмагамбетов, давайте им поаплодируем. Большое спасибо вам за участие. Всего вам доброго, до свидания, успехов! Спасибо. До свидания. И Зухра и Серик становятся участниками финального забега. Правила финала телевикторины «Бегом за деньгами». На игровом поле расположены 8 ячеек по 4 с каждой стороны. На столе ведущего 8 табличек, которые он поочередно выдает участникам финального забега. Задача игрока – определить, какие 4 плашки соответствуют выбранному понятию на табло. Для этого у финалистов есть 60 секунд. Поддержим старт нашей команды. 3, 2, 1, поехали. И первая табличка. Софи Лорен. Да. Итак, дальше. Шарлиз Терон. Так. Ага, идем дальше. Одри Хепберн. Куда у нас она отправляется? Так, идем дальше. Моника Белуччи. Моника Белуччи. Мне кажется, это и мы тоже знаем. Так, Деми Мур. Деми Мур. Вот это хороший вопрос. Как поступят с Деми Мур? Так, идем дальше. Камерон Диас. Камерон Диас. Так, следующая табличка. Это Мерлин Монро. Так, и последняя табличка. Ребята, кажется, идут на рекорд. Скарлетт Йоханссон. И... бегом обратно. Вау! Вставайте здесь вместе. Давайте бурные аплодисменты этой команде. Я считаю, по-моему, это один из лучших результатов по времени в финальном забеге за всю историю игр. Супер!
Итак, давайте разбираться сначала с брюнетками. Очень интересная история. Пару раз Зухра сказал, что их надо отправить в ту сторону. Но Серик ее не послушал. И сейчас мы узнаем, поступил ли он таким образом правильно. Итак, Софи Лорен, брюнетка, Одри Хепберн, брюнетка, Моника Белуччи, брюнетка, Деми Мур, брюнетка! Вы выиграли 100 тысяч! Молодцы, мы вас поздравляем с первым выигрышем. А теперь давайте сыграем в бонусную игру. В случае правильного ответа в бонусной игре вы получите еще вот дополнительно 20 тысяч. В случае неправильного ответа они у вас отминусуются. Сыграем? Сыграем, да? Давайте. Хорошо. Тогда, пожалуйста, Зухра, прочитайте мне, пока Серик отдышится от брюнеток, с левой стороны таблички, которые вы видите вслух. Скарлетт Йоханссон, Мерлин Монро, Кэмерон Диаз, Шарлиз Терон. Замечательно. И, внимание, ваш вопрос. Что объединяет этих четырех девушек прекрасных? И это написано там, наверху, на табло. Ага. Ну, киноиндустрия. Так, хорошо. Кино. Еще подумайте. Они же тоже из кино. Ага. Значит, у них должна быть отличительная черта. Так. Серик, есть мнение? Ну, я знаю, что Скарлетт Йоханссон Оскар получала. Ага. Я не знаю, ну, там тоже Оскар получали. Да, значит, ищите другую отличительную особенность, которая объединяет с одной стороны этих, с другой стороны вот этих. Может, потому что в США родились, нет? Ну, в Америке, да? Родина их Америка. Да. Мне кажется, все намного проще. Вы очень сильно усложняете задачу сами себе. Да? По прическам, может быть. Так. И... По прическам, может быть, они обесцвечили вот прическу, стали вот такими блондинками. Угу. Ваш ответ. Блондинки? Блондинки. Серик, поддерживаете? Ну. Вы так уверенно просто разобрались с брюнетками, теперь... Ну, это понятно, что... Ваш ответ. Блондинки. Ага. Еще и музыка, может быть. Хорошо, давайте. Мне нужен уже один ответ. И ваш ответ? Серик. Какой? Блондинки. Пусть блондинки. Да, замечательно. Итак, внимание. Смотрим на табло. Скарлетт Йоханссон, Мерлин Монро, Кэмерон Диаз и Шарлиз Терон. Они все блондинки.